В эфире Радио России Дагестан. Хайна вахтхайр хурматкун радио искрелем бо. Радио Россия, Махачкала ваше холле и хле, Дербент ваше йоколе ючуле, Хасавюрт ваш са, ФМ не частота бышле, а хретный хабар бышкашу таншаа. Санха Унсуковский районный ахолго комплексе Республика Дагестане Херонгукен Сергей Меликовкен Республика Инсайд Ифтар Алгафу. Манчия Республика Ини Гыргани район Бишенченева Шахар Бишенчене Нумайнде Бише Иштираха У. Дербент Илгач Ойн Хеданит Ифтаре Огени Иголь Ицат Азар Инсана Иштираха У. Гостумани депутаты Хамзаеве Дагестане Фасыл Каха Ишау Ураза байрам ниях бишес базар бише гихини карбишен кеймат бу газете ава. Саид Манчес ха ишман гой Республика Дагестан халк мажлисни садри илқаза урас кендері валқа яхкал хау. Россия жосчаб ишлемиш вохен бишен са 100 миллион инсан алқа хитхыр водын. Ухой бишқа гора ман биште суран бише оге жон гелур бу декларирова та у деш иха. Дагестане бессмертный полк России от нахерна сечмышай. У Аштеманч нахерна Республика Дагестане Джамиятни Палатой Нуизви Виктория Гаджиева ворна. Махачкала Сулейман Саскин до Хаккани парка с реконструкцией аводун. Манча с кебуд ваше хоц алигали миллион рубл харча ас. Республика Дагестане муфтиятан Дагестала бешелкаха иша у соцсеть пиши окекан хиджат бо явашеева. Жители нашей республики, все мы стали свидетелями такой народной инициативы, которая проявилась в многочисленных видеообращениях, опубликуемых в социальных сетях. Муфтият Республики Дагестан призывает к благоразумию и спокойствию. Призываем прекратить данного рода обращения, собрания для этого. Давайте остаток от Рамадана проведем, думая о благополучии своем и своих близких, родных. Давайте не будем отвлекаться от поклонения Всевышнему Аллаху. Просите в ваших мольбах единства нашей республики и благополучия во всем мире. С наступающим праздником! Дагестане отмышкайны автайны ария хепцали холли аварии бұқа ехірлі инсан хаптыйым бұқоц арли инсана кихата бұқа жоке хебыйре ушахар. Махачкала шахарни джамиятни палатайни садре Исмалет эстинумранни мактабни директоре Салим Абдулгадыреве Дагестанни машхул гайсарни халкани ашок Сулейман Стайлский ни хайке ишон хау. Хайни сен Сулейман Стайлский касырин водун. Маны едики ихайн ваше хоцали холле сен бекар эхи. 18 мая исполняется 155 лет нашему лезгинскому, дагестанскому поэту Сулейману Стальскому. И с детства, как говорится, была у него тяга к написанию стихотворений, поэтому его назвали, как говорится, бродячий поэт или ашук, назывались раньше так вот, бродячий поэт, или их называли по-другому ашуги. Вот, участвовал в всевозможных конкурсах этого характера. Поэтому в 1934 году он был на первом съезде писателей и поэтов Советского Союза. Правильно так будет. И на этом съезде он познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким. И тогда Горький обозначил его как Гомер 20 века. Потому что все-таки, не имея соответствующего образования, Сулейман Стальский мог излагать мысли очень глубоко. И стихи его были очень значимые. И писал он о родине, писал он о людях, писал он о детях. Прожил он немного, всего 68 лет, но в память о великом дагестанском, лезгинском поэте останется на долгие годы. В честь него названо очень много улиц. Сулейман Стальский в плеяде выдающихся дагестанских поэтов-писателей, я думаю, еще его забывать нельзя. Это человек, который, еще раз хочу повторить, любил свою родину, любил свой народ.
любил то отечество, в котором он живет, и любил ту советскую власть, которая дала ему очень много, такому неграмотному порой человеку, дал такую возможность подняться на такую высоту, что его Максим Горький назвал Гомером 21 века, 20 века, назвал, Максим Горький назвал Гомером 20 века. Поэтому я считаю, что обязательно наша молодежь должна помнить все поэтов, мыслителей, как Расул Гамзат, как Гамзат Садаса, как Эфенди Капиев, как наш Сулейман Стальский. И он, его слова: «Бесстрашной Родины сынам, их верное мужество сердцам, я шлю свой пламенный салам и песню «Горные орлы». Поэтому я считаю, что надо нашей молодежи, безусловно, и в школах, вот все-таки в школах недостаточно мы изучаем, вот так, чтобы больше надо изучать наших дагестанских, особенно дагестанских поэтов, писателей, произведения, читать их на внеурочке, читать на уроках родных языков и так далее, и так далее. Апрельня канчил эмин хюрхивони мактабе Сулейман Стальскийни ваше хоцелюхони сенас юбилейс касырин лезгибиштимизен олимпиады илгэчэс. Манчия Рутульский, Ахтынский, Доққызпаринский, Махарамкенский, Курахский, Сулейман Стальский, Хивский, Дербенский, Хасавюртовский район бишлени ва Махачкала, Дербент, Каспийск, Даг Агни шахар бишеншини мактаб биште алитни сынов биште ушахарше иштираказ. Олимпиадаэн призовой фонд от ваше молзаль азыр рубль вобна. Исухуани пайбишсен джигаба сечмыша аз. Ман джигаба алят уимбишес хуанчиля хепсальни азыр алхан премия бы хилес. Гамухани уша харшка садибда премия бы джуани маалимаршисы тилесым бы. Олимпиада лезгик азеттини редакциин, леги благотворительный фондын ФЛНК ин вас Сулейман Стальский районе администрациин азырха уводун. Шо ахрейн хабар бұши искыру, вошас хабар бұзы Гүлнары Керимова, ева сес режиссер Зайнаб Вахабова, я хазырға, о саламат ба ахам бұ.